Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Сегодня я пришла в гости к сестре, и она попросила меня посмотреть, что у нее творится с кустом флоксов. Я решила снять видео и рассказать вам, может, кто из новичков-садоводов не знает, как правильно обрабатывать от мучнистой росы флоксы. А флоксы очень часто поражаются мучнистой росой. Вот, смотрите, признаки похожи на мучнистую росу. В любом случае, все это нужно удалять, все побеги, оздоровить куст, проредить его. Вопрос в том, как правильно опрыскать препаратами, фунгицидами от мучнистой росы. Я обычно всегда использую топаз. Так вот, побеги удаляем после того, как опрыскаем куст топазом. Иначе инфекция все равно будет распространяться по кусту. Вот как куст стоит, какой он есть, обрабатываем его топазом, стараясь смочить не только сверху листья, но и как бы загибая ветки, чтобы и из-под низу тоже попал раствор топаза. После обработки можно уже удалить больные побеги, проредить данный куст, чтобы он не был такой загущенный. Может, даже его следует и поделить, чтобы был более пышный и красивый. И раз сейчас уже у нас середина августа, то куст после обработки буквально дня через 2-3 нужно подкормить. Подкормить можно любым калийным удобрением. Можно купить удобрение осеннее для цветов. Там есть все микроэлементы. И удалить обязательно отцветшие соцветия. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Я всегда буду рада пообщаться с вами в комментариях. Всего доброго!